Алданским оленеводам необходима поддержка. К такому выводу пришли представители Госкомитета по делам Арктики после визита в Алданский район. Родовые общины сталкиваются не только с проблемами материального обеспечения. Главная проблема оленеводов – это волки. С подробностями Татьяна Вахнина. В оленеводстве положение дел оставляет желать лучшего. Таково мнение специалистов. На территории Алданского района проживают несколько десятков коренных родовых общин. Существующие в отрасли сложности частным образом отражаются на каждой из кочевых семей. В Алдане с рабочим визитом побывали представители Государственного комитета по делам Арктики и сотрудники Департамента по охотничьему хозяйству Якутии. По итогам ознакомительной работы делегация выработала план действий, нацеленных на совершенствование механизмов поддержки оленеводческих общин. Проводятся, значит, работы по, значит, снабжению оленеводов товаро-материальными ценностями. Вот. Кроме того, есть федеральная субсидия, которая, значит, идет на наращивание поголовья оленей. Первостепенная беда оленеводов – серые хищники. Борьба с ними ведется круглый год всеми доступными способами. За 2015 год в Алданском районе было добыто 103 головы волков. За истекший период января 2016 охотники и оленеводы уничтожили более полутора десятков взрослых особей. Проблема, однако, не теряет своей остроты. По нашим подсчетам, где-то в настоящее время более 300 особей волков, это которые постоянно обитают на территории района, и плюс еще 60-70 голов волков, которые так называемые проходные стаи. Это получается где-то около 400 голов. Традиционный уклад сопряжен со множеством трудностей. Государственная поддержка оленеводам необходима. Ее обеспечение является основным направлением в работе образованного в 2014 году Государственного комитета по делам Арктики. Татьяна Вахнина, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.